Здравствуйте, в эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Константин Аникин. Среда, 14 декабря. Наумов день – народно-христианский праздник, день почитания памяти пророка Наума. В простонародье его называли грамотником. И в этот день отдавали детей старцам для обучения их грамоте. В одном торговом центре для вашего удобства расположилось 10 магазинов. Лето уже радует жителей жилого района Южный своей доступностью, многофункциональностью и ассортиментом. Приходите и вы! Добро пожаловать в большой и яркий торговый центр с высокой многофункциональностью. Внутри вы найдете все самые нужные магазины. А по-настоящему летний дизайн подарит хорошее настроение даже в самый холодный зимний день. Косметика, хостовары, предметы быта и продукты. Здесь вы найдете все и даже больше. Все для Нового года и любых других праздников, а также аудиотехника и смартфоны, вкусные сладости, мед и цветы ищите в лето. Лето, потому что Южный. Лето, потому что с теплом к покупателям. С наступающим Новым годом! Торговый центр расположился по адресу улица Аскинская, 151. Двойная выгода от специализированного застройщика «Муниципальный жилищный фонд». Приобретая квартиру в строящемся доме по улице Баграда 160 до конца этого года, вы получаете скидку от 300 тысяч до 500 000 рублей. Каждая квартира имеет эффектную архитектуру, современную и продуманную планировку. Действует ипотека со специальной субсидированной ставкой на срок строительства без увеличения стоимости. От 3,3% семейная ипотека и от 4,1% с государственной поддержкой. Ипотека предоставляется ПАО «ФК Открытие». Подробности в отделе продаж по телефонам 202-409 и 285-409. В среду 14 декабря в Черногорске пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем минус 14, ночью минус 24 градуса. В Саяногорске пасмурно, возможен снег. Днем температура воздуха минус 13 градусов. В вечернее время суток минус 23 градуса. Подобная метеокартина в Сорске. Днем температура воздуха минус 17 градусов. В темное время суток минус 27 градусов. В Абазе облачно с прояснениями. Днем температура воздуха минус 14. Ночью минус 25 градусов. В Абакане пасмурно, возможен снег. Днем температура воздуха минус 14 градусов. В вечернее время суток минус 23 градуса. Ветер северо-западный. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим. Никакие зимние шины с самыми мощными шипами не уберегут, если вы попадете в ДТП на большой скорости. Скорость надо всегда выбирать в соответствии с погодными и климатическими условиями. Это был прогноз погоды на телеканале Абакан-24. Всем самого доброго. До свидания.